Сегодня мы решили поехать в кинотеатр на Спайдермен. Но, как оказалось, Спайдермен в этом кинотеатре, самом большом, в Нэплзе, не идет. И мы решили прогуляться здесь по окрестностям, показать вам. Очень много ресторанчиков, кафешек. Хотел сказать забегал, но не повернулся язык. А таких магазинчиков с различным, вот такое. Место, где можно провести не один вечер. И не только вечер. Потому что вот сейчас смотрю, люди сидят, обедают в итальянском Браво. Значит, это Плаза. Меркадо. На которой вот таких два огромных мерката, два огромных паркинга с этой стороны и с этой стороны. Посреди них, я так предполагаю, что это гостиницы, в которых магазинчики небольшие, дизайнерские какие-то магазинчики и кафе-рестораны самой разной направленности. Пожалуйста, вот вам очки, а рядом магазин дизайнерской мебели, фурнитуры и Бенгендоллерса с Фрауном. Ну, мило, красиво. Нам с сыном очень понравились кресла. Мы в них посидели вот напротив. Эти вот беленькие с красивыми. Ну и сам ресторанчик Масса. Очень красивый. Судя по всему, испанский. Вот. А сейчас вот мы как раз подходим кинотеатра. Вот парковка. Выход с парковки. Мы поднимемся в кинотеатр. Появляются витрины, реклама. Выход с парковки. Главное, непонятно. Малефисент на 30 мая. Необходимого нам Спайдермена нет. Очень обидно. Вот. Кассовый терминал. Здесь можно приобрести билет. Подходишь. Выбираешь билет на сегодня.
Капитан Америка, например. Выбираешь время, которое подходит. Touch the buttons to select the type and number of tickets you want. Все билеты проданы на Капитана Америка. $16 стоит билет. Карточки провел, и все в твоей власти. После этого... Горча! Холл. Есть мальчик-ресепшн, который нам все рассказал. В принципе, билеты можно купить вот здесь, на кассе, если ты не разобрался там. И вперед в зал. Их тут 11. Вот такая наша прогулка в кинотеатр получилась. Хотел еще показать вот такие. Ну что, останешься жить? Нет. А, это женский туалет, не надо туда ходить. Иди сюда. Все, я пошел.